Во времена Советского Союза управдомами называли сотрудников отделов ЖКХ. Позже на должность стали назначать местных жителей. А в народной памяти образ управдома сформировал кинематограф. Собака – друг человека. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека. А у нас управдом – друг человека. Права ли была героиня Ноны Мордюковой, показывает практика. Опытный и подготовленный управдом может заметно облегчить жизнь окружающим. Чтобы помочь старшим по домам в нашем районе, 8 июня на базе АГУ открылась программа «Город учит город». Пилотная группа состояла из 25 управдомов. Учеба растянулась на 130 часов. С будущими дипломированными специалистами работали сотрудники районной и городской администрации, служб ЖКХ и правоохранители. Они непосредственно обладают всей информацией, они чаще всего обращаются непосредственно в отделы полиции, к участковым. Вот. Они знают, как правило, все, что творится в подъезде, в доме. Управляющие домами возглавляют службу эксплуатации здания. Им подотчетны электрики, сантехники, дворники и прочие люди, благодаря которым в домах чисто, тепло и есть вода. Именно поэтому организующие эту работу управдомы должны обладать массой социальных навыков и технических знаний. В рамках обучающей программы они получили возможность посетить объекты тепло- и электросетей, водоканала, проконсультироваться со всеми вовлеченными в их работу структурами. Так, 24 июля прошел круглый стол выпускников курса «Город учит город» с Одинцовской полицией. Беседа выдалась жаркой, участники нередко даже повышали голос. На праздниках двора не присутствует участковый. Представляете? Не первый раз. И у нас в этот раз произошла драка. Зачастую управдомы взаимодействуют с полицией в конфликтных ситуациях. Жалобы касались оперативности работы патрульных служб и работы диспетчеров. Правоохранители оказались в курсе большинства проблем и пообещали с ними разобраться. Обсуждаются вопросы взаимодействия с полицией, беседа непростая, много очень важных вопросов, требующих решения. Но для этого мы и собираемся, чтобы обсуждать, налаживать взаимодействие. Встречи управдомов с экспертами в области ЖКХ, юристами и правоохранителями обещают стать традиционными. Практика показывает, взаимодействие лежит в основе безаварийной работы домов. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».